тяжелый получился, пришлось дальше уже сунуть, а он... Давай. Ты что здесь? Что это? Мастика заменяет. Привет, как на свете. Мощь российской армии. Главные действующие лица. Да, здравствуйте, господа и дамы. На нашем озере запущено много рыбы, карпов и всего. Много рыбы в данный момент клюет постоянно щука. Будут здесь стоять весной на красивых местах будут здесь стоять домики, в которых можно будет приезжать, ночевать, жить там сколько-то времени, по вашему желанию, сколько вы захотите. Ну, здесь красивые места, очень даже полезный воздух, и для вашего здоровья все обеспечено будет. Так что приезжайте. Мы вас ждем. Охрана здесь есть, озеро охраняется, так что все будет прекрасно. Будете отдыхать спокойно, хорошо. Отлично. Ну, теперь свое веское слово скажет Вадим. Ну, я в этих местах обитаю давно. С 77-го года, можно сказать, я сторожил. В эти места я просто влюбился еще в те времена. И когда появилась возможность, я здесь просто начал строить жизнь. И теперь живу постоянно. Здесь неподалеку, 2 километра. Называется Вадимово поместье. Места очень красивые. Отдыхать сюда, приезжать очень приятно. Летом здесь и ягоды, и грибы, и вишня, и малина. Живность есть. Приезжают охотники, хоть я это не приветствую, но здесь есть и живность, и косули, и глухари, и дичь, любая, утки, здесь охотятся постоянно. Но я это не приветствую, против этого. Я и мои друзья, они за сохранение природы. И здесь вот сейчас все направлено на то, чтобы эту природу сохранить. Озеро охраняется. Очень хорошо, уже не будет никакого браконьерства, будет порядок, чистота. Стоят туалеты, столы для пикников. Вот в том месте планируются домики для туристов. Вот горы, ребят, нарали, которые очень красивые. И по нему пеший маршрут, это один из красивейших маршрутов, который я видел. Хотя я видел много. Я сам альпинист и видел много чего. А это очень красивые места и очень красивые люди. Здесь неподалеку как бы организуется поселение родовых поместий. Я вот один из первых поселенцев, рядом с нами еще одни поселенцы. Это Дим Саси. Ну и надеюсь, что кто-то приедет и еще поселится. Дай бог, смотрите. Это озеро Садамбай. 2 километра поселения. Thank you.
Спасибо.